связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет дистанционно. Принять участие можно прямо из дома в рамках акции «Бессмертный полк онлайн». Все желающие могут загрузить информацию о своих родных на портал «Бессмертного полка России» или на сайт проекта «Банк памяти». Из единой базы данных автоматически сформируется видеоряд. Это фотографии наших героев, участников Великой Отечественной войны. Трансляцию виртуального шествия можно будет посмотреть на сайте «Бессмертного полка России» и на различных онлайн-платформах.